очень тяжело дался, сами все видели. Мы почти весь матч проигрывали, причем не в нашу пользу, даже когда выигрывали, боялись пропустить то, что третий, нам наоборот пришлось бы забивать два. Хорошо, что забили стандарт. Чищ разобрался, забил, молодец. Даже когда мы выигрывали последний кубок, когда 9-1 выиграли, не такие были. Это трудовой был кубок, так что они больше.